Сбитый на дороге Амичи отделался ссадинами. Видеозапись с аварии появилась в социальных сетях. Утром мужчина пытался перейти улицу 70 лет Октября. До пешеходного перехода он не дошел и, видимо, рассчитывал, что водители, стоявшие в пробке, его пропустят. Но на дорогу Амич выбежал слишком быстро и попал под колеса легковушки. Машина в буквальном смысле снесла человека, но он тут же поднялся и даже убежал с проезжей части. И только потом обратился к врачам. Несмотря на сильный удар, медики диагностировали только ушибы и ссадины, поэтому пешеход отправился не в больницу, а домой.